Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и в данном коротком видео хотел бы проанонсировать событие, которое совсем скоро пройдет в шахматном Фениксе. Если быть точным, это произойдет, как вы можете видеть на своих экранах, 5 ноября, в 8 часов вечера по московскому времени. И событие, о котором идет речь, это матч-вызов между двумя шахматистами. Один из них это я, другой это Вячеслав Витек, сильный мастер Феде из Ростова-на-Дону. К тому же очень активный в последнее время автор шахматных видео. Видео, на мой взгляд, очень полезных, так что всех рекомендую смотреть ролики Вячеслава. Также они выкладываются в группе «Шахматный Феникс». Уверен, что вы сможете извлечь из них довольно много полезного. Теперь пару слов о, собственно, самом матче. Он во многом копирует систему проведения похожих матчей на сайте chess.com. Есть, конечно, и некоторые отличия. В нашем матче первые 70 минут будут играться партии с контролем 3 плюс 2, то есть достаточно медленный щадящий блиц с добавлением. Следующие 45 минут предстоит блиц с контролем 3 плюс 0, то есть без добавки, с некоторыми возможностями для рубки флага. Ну и последние 15 минут будет стандартная пуля с контролем 1 плюс 0. Эти вот самые отрезки времени мы специально подбирали с таким расчетом, чтобы было сыграно одинаковое количество партий на каждом контроле времени. Ну, и каждый из отрезков будет венчаться партией в шахматы Фишера, опять-таки, с тем же самым контролем времени. Ну, и тот шахматист, который по итогам всего матча набирает больше очков, собственно, выигрывает этот самый вызов. Пару слов о моем оппоненте в этом поединке. Вячеслав Витек, это, повторюсь, мастер Феде из Ростова-на-Дону. Мастер Феде очень сильный. Его рейтинги во всех, скажем так, дисциплинах превышают отметку 2400. В блиц рейтинг Вячеслава весьма близок к отметке 2500. Мои показатели достаточно близки. Это обещает весьма напряженный, равный матч. Очень трудно предсказать, кто победит. Я предположу, что в медленном блице с добавлением у меня может образоваться небольшое преимущество, но вот на контролях 3 плюс 0 и 1 плюс 0 ожидаю, что перевес будет на стороне Вячеслава. В любом случае, мне кажется, что это будет весьма интересное зрелище, к тому же для вас его прокомментируют два отличных комментатора, Олег Соломаха и Владимир Рукавишников. Повторюсь, что начало в 8 часов вечера по Москве в это воскресенье, и жду всех вас на этом матче, надеюсь, что будет интересно. Всем спасибо за внимание.